Стратегии для бинарных опционов FX Max Scalper – это трендовая система со стрелочными сигналами и дополнительными индикаторами, предназначенными для их фильтрации. Для переключения между таймфреймами и активами здесь предусмотрена специальная удобная панель. Хоть стратегия и стоит всего $27, ее сигналы могут действительно показывать неплохие результаты в торговле бинарными опционами при грамотном и корректном использовании. Скачать стратегию FX Max Scalper вы можете бесплатно на нашем сайте для личного ознакомления и тестирования. Ссылка будет в описании к этому видео. Индикаторы стратегии FX Max Scalper устанавливаются в терминал MetaTrader 4 стандартно, а кто не знает, как это делать, ищите ссылки в описании к этому видео. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе интересных обзоров и новостей из сферы торговли бинарными опционами. Стратегия для бинарных опционов FX Max Scalper имеет три преднастроенных варианта использования системы. Для внутридневной торговли Intraday дает оптимальное количество торговых рекомендаций. Для агрессивной торговли скальпинг сигналов больше, но они не так надежны. Для консервативной торговли консерватив. Вы получите самые точные, но довольно редкие сигналы. Подвальный индикатор тренда Average Trend отображает две параллельные линии из точек чередующихся цветов. Когда цвет на обеих линиях становится одинаковым, появляется стрелочный сигнал. Принцип работы этого индикатора достаточно прост. Average Trend отслеживает положение цены относительно двух скользящих средних с разными периодами. Когда цена пересекает скользящую среднюю вверх, тренд идентифицируется как восходящий и наоборот. Верхняя полоса этого индикатора отображает показания быстрой скользящей средней, а нижняя – медленной. В настройках Average Trend можно изменить систему оповещений, визуализацию торговых сигналов, период для двух скользящих средних, а также их метод расчета. Отдельно следует отметить, что в списке MA метод представлено целых 33 варианта вычисления скользящих средних, включая TMA, LWMA, метод McGinley и многие другие. Настройка Price тоже позволяет делать вычисления этих линий по любому из параметров свечи, включая средневзвешенную цену, медианную или вовсе основываясь на Heiken-Asche. FX Max Background, второй индикатор стратегии, тоже основан на мувингах. Он использует две сильно сглаженные скользящие средние с разным периодом и изменяет цвет фона для графика после их пересечения. Серый цвет указывает на нисходящее движение цены, а черный – на восходящее. Сами мувинги во всех трех шаблонах скрыты. Индикаторы FX Max -1, -2 и -3 – это информационные панели, которые находятся в левом верхнем углу. Здесь компактно отображаются режим торговли или используемый шаблон, таймфрейм, актив, текущая цена, спред для торговли на Форекс, время до закрытия текущей свечи, средний диапазон ценовых колебаний ATR, высшая и низшая цены текущего дня. Каждый из трех Dash-индикаторов вызывается соответствующим шаблоном, а отличия между ними заключаются только в визуальных настройках панели. Изменить в настройках можно цвет шрифтов и панели, ее расположение, а также задать другой период для вычисления ATR. Последний индикатор – это FX Max P-Changer. Это простая кнопочная панель переключения между разными активами и таймфреймами. Она располагается в левой части графика. В настройках этого индикатора можно указать через точку с запятой список желаемых для отображения активов, а также можно изменить визуальные параметры панели. Правила торговли по стратегии FX Max Scalper для бинарных опционов не требуют от трейдера установки дополнительных индикаторов и применения ручного анализа тренда. Для покупки колл опциона нужно, чтобы первое, на нижней панели индикатора тренда появилась стрелка вверх. Второе. Фон графика черный, такой же, как и на нижней панели тренда. Дождавшись закрытия свечи, на которой появился сигнал, и убедившись, что стрелка не исчезла, можно покупать колл-опцион с экспирацией 3 свечи. Для покупки пут-опциона необходимо, чтобы первое. На нижней панели индикатора тренда появилась стрелка вниз. Второе. Фон графика темно-серый, он отличается от цвета нижней панели.
Дождавшись закрытия свечи, на которой появился сигнал, можно покупать put-опцион с экспирацией 3 свечи. Заключение. Торговая стратегия FXMAX Scalper является трендовой, поэтому она показывает очень хорошие результаты именно на бинарных опционах, где торговля по тренду и своевременное распознавание смены его направления – ключевой фактор успеха. Не забывайте, что проверять и отлаживать работу индикаторов и систем следует исключительно на демо-счету. А найти подходящую и надежную площадку для торговли как на демо, так и на реальном счету можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Ссылку на рейтинг можно найти в описании под этим видео. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новое интересное видео из сферы торговли бинарными опционами. Спасибо вам за внимание, успешной торговли!